Друзья, начали сами. Написано на камне, коль прямо мы пойдем, то прямо к царевне лебедям в сказку попадем. Она нас в теремочке давненько поджидает, и стоя на ступеньках гостей своих встречает. Пойдемте посмотрим. Колуница. Добрый день, гости! Мы все очень рады видеть вас в Белой Колунице, на нашей земле, в этот солнечный, последний весенний день. День, когда наступает лето, самая замечательная пора для наших детей, когда они выходят на каникулы, когда они отдыхают, когда они резвятся, занимаются спортом. Дорогие гости! Мы рады видеть вас здесь у нас. Мы благодарны за то, что вы приехали и дарите нам сказку. Наша Белокуницкая земля очень богата и щедра. Богата и щедра не только красивой природой, зелеными лесами, лугами, бескрайними полями, прекрасной гладью воды. Она прекрасна людьми, которые здесь живут. Люди, которые когда-то с добрыми героями вышли из сказки и сейчас живут здесь, на этой земле, и эту сказку продолжают. Они здесь трудятся, они здесь любят, они здесь живут. Спасибо за праздник, который вы к нам принесли. Спасибо большое. С праздником всех! Ему и хвала, уважение и честь. Давайте
Добрый день, уважаемые гости, дорогие участники этого замечательного фестиваля и, конечно же, уважаемые жители нашего замечательного города. Белая Холуница – это действительно город очень гостеприимный. Холуницкая земля очень богата своими природными ресурсами, и для нас встречать гостей – это всегда праздник. А тем более встречать гостей, которые дарят нашему городу сказку – это возможно, наверное, только в год нашего юбилея. Я хотел бы поблагодарить всех участников, гостей этого фестиваля и, самое главное, организаторов за то, что вы подарили нашему городу такой замечательный праздник. Творческих всех успехов и, самое главное, добра. Спасибо. Глава города Белая Холуница Станислав Александрович Кашин. Я приглашаю вас всех в путешествие. Сейчас по дороге большим дружным шествием мы сказку отправимся с вами, друзья, где ждут нас сюрпризы и ждут чудеса. Thank you.
Когда-нибудь будем надо ищи.